из Spice Girls. Во-первых, Spice Girls. Это не то, что мы делаем. Я уверен, что мы не слушаем, все члены нашей группы не слушают Spice Girls. Они, конечно, удивительная группа. У нас много общего. У нас есть успешные песни, у них есть успешные песни. Вообще, это успех. А кто нам больше всего нравится из Spice Girls? Я, честно говоря, не знаю, как-то я не задумывался на этот вопрос. А вам нравится то, что они, многие из них занялись сольными карьерами? Да, честно говоря, я не думал на этот счет. Мне кажется, они не должны делать то и другое. Либо это группа, либо это сольные проекты, но нельзя это смешивать. Я никогда не понимал, как можно и то, и другое делать. Я не понимаю. Знаете, многие группы сейчас, у участников групп есть сольные проекты, и также они работают в группах. Либо это, либо то. Но нельзя вместе. Знаете, бывает так, что должен быть концерт всей группы, а кто-то не может выступить, потому что занят сольным проектом. Ну ладно, нам по большому счету наплевать. А вы думали, конечно, задумывались о сольных карьерах? Ну вот смотрите, мы сейчас работаем в группе, у нас концерты. И сейчас мы сидим здесь. А вот когда закончится работа, Five, тогда мы...